Смотрите сегодня в будильнике. В рубрике «Доверяй и проверяй» Антон Пальчиков решил проверить, верят ли наши телезрители в то, что липецким ветеринарам принесли домашнюю чупакабру. Вы хотели бы дома иметь чупакабру? У меня есть. А у вас? Тоже есть. Силовые тренировки ускоряют метаболизм, способствуют наращиванию мышечной массы и укреплению костей. Чем же еще они полезны девушкам, расскажет и покажет Галина Кузнецова в рубрике «Двигай телом». Не стоит забывать, что Липецк богат на туристические маршруты. Елена Борисенко и ее новая соведущая расскажут историю памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Смотрите это и многое другое сегодня в «Будильнике».